Натанцеваться вдоволь и покружиться в хороводе. У тех, кто живет в детских домах, реабилитационных центрах и школах-интернатах, такая возможность выпадает редко. Но перед Новым годом, как известно, исполняются любые желания. И сегодня маленькие воспитанники социальных учреждений Иркутска могут поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогоднюю елку для этих детей уже в 9-й раз проводит бьюти-холдинг «Арт». Ежегодно проходит еще и такая в конце года обязательная елка для этих ребят. Это как наш подарок им в конце года. И ребята ждут уже этого момента, и мы ждем этого момента, потому что на самом деле получаешь удовольствие от того, что ты сможешь подарить им такой новогодний, прекрасный, волшебный праздник. Это дети, и они должны получать больше эмоций, больше подарков. В этом году для 120 своих подопечных организаторы подготовили сюрприз – коробки со сладостями и просмотр мультфильма. Перед началом сеанса жюри назвали победителей в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку. Без подарка никто не ушел. Татьяна Веретина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.